falan, durmak yok o mi patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Да, подскажите, а кто лучше сосет? Кто лучше сосет? Пока не знаю, вас первый раз вижу. Он меня берет на удушающий, я его поднимаю. Гуфи. Привет. Ты опять с пацанами? Ну да, с пацанами сидим. Я тебя хочу с братом познакомить. А ну? Это Кирилл. Здорово, пацаны. Слышь, мужик, а ну место уступил. Прости. Стой! Знаешь, что сказали гопники цыпленку? Хули вылупился? Ау. Знаешь, какая любимая поговорка у каннибалов? В рот мне ноги. Ау. Самолет терпит крушение. В салон заходит стюардесса и говорит: уважаемые дамы и господа, наш борт не выдержит всех пассажиров, поэтому нам нужно 4 добровольца, которые пожертвуют собой и выпрыгнут с самолета. И тут выходит француз: дайте мне бокал вина напоследок. Ему принесли вина, он выпил и с криком «Да здравствует Франция!» прыгнул с самолета. Следующим выходит немец: дайте мне кружку пива напоследок. Выпил пиво и с криком «Да здравствует Германия!» прыгнул с самолета. И тут выходит русский: дайте мне водки для храбрости. Принесли водку, он ее выпил и с криком «Да здравствуют Соединенные Штаты Америки!» выкинул двух. Отныне в школах будет новая система оценок. Вместо пятерок, четверок, троек, двоек и однерок будут баллы А, Б, С, Д, Е. Так вот, если вы плохо напишете диктант, вы получите по Е-баллу. Я просто иду попить воды. Продолжайте, не обращайте внимания. Сделаем вид, что я тебя не видела, ты меня не видела. Я не хочу разбираться, что-то пытаться в ней, нахуй. Так, стоп, а ты чего у меня воду пиздишь? Сука, может это ты в ночь приходишь, включаешь воду и счетчики мне, блядь, накручиваешь, а? Чтобы я потом охуевала. Это странный ты грабитель. Точно не воду пиздишь? Смотри, у меня тут ничего нет. И здесь ничего нет. И тут пусто. В этом доме вообще нихуя нет, поэтому мне даже самой интересно, что найдешь. Но чисто символически я могу дать тебе свою коллекцию киндеров, чтобы ты реально не обиделся и не охуел от того, что здесь пусто. Ой, блядь, ладно, стоять и смотреть, как кто-то во мне разочаровывается, я и в школе могу, пойду спать дальше. Будешь уходить? Закрой дверь. Ебать, что вспомнила! У меня в кровати столько золота. Пойдем покажу, пойдем. Слушай, ты уже 5 часов без остановки бежишь, ты что, на стероидах? Не, у меня здесь мотивационная речь на випите. Дай-ка. Дорогой, сегодня приезжает погостить моя мама после тренировки сразу домой. Неплохо. Скинешь потом. Не люблю спать с девушками. Потому что вы же не умеете спать. Потому что любимая поза моей девушки, в которой она спит, это та, при которой я иду нахер с кровати. Вот. Еще все одеяло себе забирайте. Я 3-метровое купил в Икее. И че толку? Заснули нормально, я просыпаюсь как оборвыш. У меня 40 сантиметров, я весь трясусь. А рядом со мной шаурма по-королевски.